Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поделиться своим вариантом разминки, который я выполняю практически перед каждой тренировкой. Хотелось бы для вас подчеркнуть, что разминка – это важный аспект вашей подготовки к тренировке. Именно она определяет ваше долголетие в спорте. Ну что ж, начнем! Первое, с чего я начинаю свою разминку, это всегда с прокатки на массажном роллере. Задача массажного роллера – это убрать все микроспазмы, которые у вас находятся в мышцах по ходу длительных ваших тренировок. Если во время прокатки вы почувствовали какую-то болевую точку, то постарайтесь на ней задержаться как можно подольше, чтобы ее пробить. После массажного роллера я перехожу к суставной разминке. Обратите внимание, что никаких сильных вращений во время разминки поясницы быть не должно. И мои любимые движения – это скручивание тазом вперед-назад. Одновременно активируются мышцы пресса и разгибатели поясницы. И такие же движения в стороны. И вращение. Один парень оставил мне комментарий под видео, что я делал во время вот таких вот разгибаний, изгибаний коленей, вот такие вот вращательные движения, что так делать нельзя. На самом деле он прав. Потому что наш коленный сустав, он одноосный, блоковидный, и его задача только сгибание и разгибание. Никаких вращательных движений действительно в колене делать не надо.
Следующее, к чему мы приступим, это к активации основных наших мышечных групп, которые участвуют в волейболе. Вот это упражнение одно из моих любимых. Если у вас есть проблемы с разминкой коленей перед тренировкой, то обязательно попробуйте вот это упражнение. После активации я приступаю к динамической растяжке. Обратите внимание именно к динамической. То есть за годы своих тренировок я для себя понял, что на меня лучше реагирует все-таки динамическая растяжка именно перед тренировками, нежели статическая. А статическую я обычно выполняю уже после тренировок как заминочный свой вариант. Одно из моих любимых упражнений на растяжку. Отлично растягивают грудные ваши мышцы, дельтовидные. Если у вас есть вот такая резина, можете выполнять с ней, но в идеале выполнять с палкой. И после того, как я выполнил уже и динамическую растяжку, уже вместе с командой мы приступаем к различным беговым упражнениям, которые я сейчас вам примерно несколько из них покажу, которые я выполняю.
Друзья, вот так выглядит моя разминка перед каждой тренировкой. Я на нее затрачиваю порядком 20 минут. Я не призываю вас полностью копировать эту разминку, но вы можете что-то из нее подчеркнуть для себя. Также пишите в комментариях, как вы разминаетесь и что есть в вашей разминке, чего нету в моей. С вами был Александр Пятов. До встречи в следующих видео. Пока!